Не, не, не но Это этот. Такого мы не видели. А, только слышали о том, что в Соединенных Штатах Америки, в штате Техас и вообще в целом Штатах, которые а, граничат с Мексикой, иногда используют подобного рода штуки. А, они поднимаются на 8-10 метров, а, с очень высокоточной аппаратурой вверху, с эхолокаторами, там, с прочими а, достаточно модными девайсами, а, которые охраняют государственную границу Соединенных Штатов Америки. И вот, собственно, первый прототип уже работает, помогает нам корректировать минометы и даже ствольную артиллерию. Сама э, камера видит на 5 километров, и угла э, с 18 метров высоты достаточно для того, чтобы корректироваться где-то на 2-3 километра от э, линии соприкосновения. Мы видим цели и можем поражать даже ну, достаточно глубоко расположенные.